Здравствуйте, город Исфара. Таджикистан – индустриальный город в северном Таджикистане, административный центр Исфаринского района Сагдийской области. Расположен в предгорьях Туркестанского хребта, на реке Исфара. Центр крупнейшего плодово-овощеводческого района Таджикистана. Исфара расположена в северо-восточной части Сагдийской области, на стыке двух соседних государств Узбекистана и Киргизии. История. В Ферганской долине располагались древние города Центральной Азии, такие как Худжанд, Истаравшан, Канибадам, Пинджикент, Ош, Маргилан, Андижан, Кааканд, Риштан, Кува, Узген, Наманган и Исфара. Через долину проходил шелковый путь, связывавший Китай, Азию с Европой. Исфара считается одним из древнейших городов Средней Азии. Впервые город был назван Исфара в X веке в истории Табари. Период развития экономики и культуры Исфары связан с вхождением ее в состав государства Шайбанидов. Исфара в конце XIX – начале XX веков получила новый стимул развития, становясь крупным районом сельскохозяйственного производства Туркестанского края. В Таджикскую ССР Исфара вошла в составе Хаджинского округа в октябре 1929 года. 31 января 1977 года город подвергся мощному землетрясению с эпицентром в Кишлаке Автобруй, Солнечный, в 5 километрах от города, в результате которого Кишлак был полностью разрушен. Восстановлен летом 1977 года частями стройбата Советской армии. География. Исфару окружают высокие разноцветные горы. Природа очень разнообразна. Географически Исфара входит в систему Туркестанского хребта, которым окаймлена на юго-западе Ферганского котлована. Здравствуйте, подписывайся.